Шо, ребятки, ходим по лесу, выехали в грибы, начинают на пнях опятки вылазить, много маленьких, такие шо резать даже не хочется. Вот, сыроежки все как обычно такие, пару боровиков нашли маленьких, вот, слабовато, где болотистое место, так нормально, а так суховато в лесу. Вот. Ну так лес хороший такой, чистый, в принципе. Мох растет. Все. Так. Вот, выбрались с семьей. Видели, кабанчик ковырялся. Мох разрытый весь. Охота началась уже. На утку сейчас тоже надо съездить как-то. Что? Включусь, потом фото выложу, что у нас получилось сегодняшний грибов. Идем, идем, вот собираем, смотрим, что за холм такой. Метра, наверное, 3 высотой. Ямина. Это вот что. Неплохо, да? Положила. Высотой 3 и шириной метров 5. Молодец. Шо, потягались пару часов, выползаем уже. Понты, короче, грибов пока еще. Что-то будет появляться. Ну, опять же, смотря где, что и как. Кто-то ездит, знает куда. Мы так выбрались на разведку просто. Вот. Ладно, все. До встречи всем.